Так, но перед тем, как отплывать, нас зовут на какую-то встречу, где, наверное, будут активировать карточки, ну и всех пересчитают. Тут люди в каких-то спасательных жилетах. Вот. Так, G. Наверное, там вот, в той стороне написано. А вот наши point. G-point. Точка G. Я не знаю, почему такое совпадение, почему именно мне выпала точка G. Но я ее нашел. То есть меня можно поздравить с тем, что я нашел точку G. Вот здесь вот надо собраться. Для чего, не знаю. Сейчас нам скажут. Ну что, просто просканировали карточку, как бы, и все, в этой точке G. Ничего особенного. Видимо, считают здесь, идет учет людей, которые на круизе. 5000 человек на этом судне. 5000, это прям реально город. Ну что, ребята, пошли какие-то движения. Видите? Я так понимаю, что это по нашу душу. Центурион подплывает, и сейчас, наверное, будет толкать нас, буксировать. Я вообще не спец, но что-то он вдруг сорвался, да, в такую погоду и прям плывет к нам. И в 5 часов мы должны отходить, то есть 7 минут осталось до того, как судно отчалит от этого порта, в котором, ну, очень промозгло, холодно и неуютно. Я очень хочу, чтобы мы уже свалили куда-то. Отсюда, здесь везде лужи. Такое ощущение, что сейчас вода зальется прям в комнату с балкона. Конечно же, хочется в Грецию попасть как можно скорее. Там, где тепленько, хорошо и кайфово. Вот. Вот как-то так это выглядит. Бриллиантовое пианино. Все бриллиантовое, все золотое. А мы пришли сюда за газировкой в номер. У нас, ну, не только газировка, вода, все включено. Можно брать здесь и вот приносить себе в номер. Плюс еще можно, конечно, дядьку попросить, который нас обслуживает. Он должен приносить нам завтрак и прочее. Ну, красиво, что сказать. Действительно красиво. Так, что-то, видите, уже там начинается движение. Буксиры или что это? Сейчас они надавливают, выдавливают нас, наверное, из Триеста, наконец-то. Блин, отвратительная погода. Просто она отвратительная. Ужас. Ну вот так это выглядит. Они нас вытягивают, получается. Видимо, потихонечку сейчас будут с порта вытягивать. Ну что, вот так вот просто ничего не бывает. Короче, мы не вышли в море сегодня из-за того, что шторм. И я даже не знаю, что будет из этого, ну, что получится, потому что... Ну, потому что я очень обрадовался тому, что я в воскресенье буду в Греции и смогу нормально там
встретиться с бабушкой и дедушкой моего сына, передать там подарок. А теперь непонятно, когда я там буду. Вот. И это, конечно, не очень хорошо. Но мы опять кушаем. Как бы, я так понимаю, что как раз весь наш отдых и будет состоять в том, что мы будем все время есть, что-то брать, что-то пробовать. Здесь, конечно, все перепробовать сложновато. Вот. Но я пытаюсь. И, конечно, хотелось бы снять полностью все, что здесь есть, потому что это самое интересное для зрителей. Сколько стоит, да, и что есть. Что есть, поесть. Вот, кстати, мужик в таких же штанах, как у меня, индийских. А может быть, завтра, ну, на завтрак сниму, но на завтрак, естественно, там что-то другое подают. Поэтому, ну, пока не хочется ничего снимать, потому что так устал, хочется немного прийти в себя, и уже тогда, наверное, я... вам покажу. Ну, и так видите, что здесь есть. Но суш нет. Я думал, что будут суши, честно говоря. Но суш нет. Но зато есть баклажаны. Баклажаны – это моя мечта. Я, ну, как бы не жадный. И вообще, мы думали на лайте поесть. Но когда ты подходишь, и столько всего, ты хочешь, естественно, попробовать. А что это? А что то? И понемножку так кладешь, и в итоге у тебя забитая опять тарелка. То есть будет гора на этой тарелке. Как-то так. Ну, если сравнивать с той же самой Турцией, с пятизвездочным отелем, ну, примерно так и есть, плюс-минус. Так, это сыр. Надо посыпать баклажаны сыром. Это, конечно, тупо, но пусть будет. Все-таки в Италии. Очень много русской речи, тоже русскоязычных людей. Парень только что, бармен, там у него спросили по-английски, я спросил, он мне отвечает по-русски, то есть он из Харькова оказался. Проснулся, ухольнулся, понимаете? Работает в Европе. Предпочел все-таки работать на итальянском круизном лайнере. Но видите, какие движи здесь? Танцы какие-то. Вот так вот, как это выглядит. Короче, развлечения для всех, кому за 40. Я тоже сюда бы легко вписался бы. Мы сейчас должны найти подписчика моего. Мы уже с ним видели сегодня. Но вот, блин, не можем. Потерялись на этом корабле. Нелегко это, скажу вам честно. Еще и бильярдная есть. Здесь столько всего. Казино, куча всего. Кстати, они возле казино. Я вспомнил. Вот этот парень, это одессит. Тоже модель из Одессы. Видите, казалось бы. Куда ни приедешь, везде модели из Одессы. Алексей его зовут. Такое здесь тоже есть, так чтобы понимали. Для лудоманов легко. Можно прийти поиграть. Посмотрите, вот такой здесь зал. Представляете? Ну реально, почти мускомедия. Почти мускомедия. И сейчас будет какое-то представление. И вроде даже артисты из Бродвея здесь участвуют. Вот даже как-то так. Чтобы вы понимали, так это работает. Действительно большой зал. Слышите, да? По-русски объявляют. L'intrattenimento di bordo è l'MSC splendida, siamo quasi pronti per cominciare il nostro spettacolo, però prima di un наверное, будем ходить регулярно сюда, что тут говорить. Прям очень на уровне все сделано. Реально очень круто. Еще насчет казино. В чем прикол? Очень интересная история с казино. А дело в том, что можно 13 миль от берега отплывать, да, ну, если судно отплывает 13 миль от берега, то казино может работать. Если оно стоит, судно, возле, ну, в порту, да, возле берега, то казино автоматически, ну, не разрешено, чтобы оно работало. И так интересно наблюдать за этим. То есть...
такие, видите, правила специфичные. Как-то так, такая атмосферка. Симпатично, конечно, здесь. И чисто, и не провонено, знаете, вот как в гостиницах каких-то старых. Есть какой-то момент, когда гостиница перерастает себя, стареет. Здесь этого ощущения нет вообще. Короче говоря, здесь можно прям, вы знаете, сбухаться, спиться, потому что у нас безлимит по напиткам, и можно заказывать просто бесконечно много. Но я пью пина коладу. Безалкогольную, естественно. Доброе утро. Это попытка, видимо, может, номер два, я не знаю. Мне кажется, что мы прописались здесь в Триесте и никогда отсюда не выйдем. Должны были утром выплыть, ну, типа в 8, там, я не знаю. Ничего не произошло. Уже несколько раз объявляли, что мы не можем выехать из-за погодных условий, не можем, не можем. То есть я так понимаю, что, ну, они намекают на то, что они в открытое море можно выйти, и там, в принципе, все будет хорошо, даже если будет шторм. Проблема была, ну, состоит в том, что сложно выехать из вот этого паркинга, потому что ветер как-то может что-то сделать судном, и оно где-то может удариться, или там может на мель найти, я не знаю, как это работает. Но вот они так это все говорили, что небезопасно выходить из порта. Вчера просто я этого не снимал, просто была погода ужасная. Такой ветер был, ветруган ураганный. И вот эти вот, ну, просто вот волн не было, вот то, что вы сейчас видите, да, ну, волны, ну, как маленькие такие, рябь такая на воде. Вот эта рябь вся сносилась ветром, вот хоть немножечко появляется какая-то маленькая волна, какой-то хотя бы признак волны, и вот тут же ветер подхватывал и сдувал, и вот все было такое белое вот в этом, в этих каплях от волн этих маленьких, даже маленьких волн. Представляете, какой был ветер. Вроде сейчас ветер немножечко утих, и вот эти вот кораблики потихонечку подходят. Может, что-то сейчас будут решать, не знаю. Завтрак, вафли, блинчики, пончики, все, чтобы росла ваша задница. Надо сейчас будет пройтись, посмотреть, что да как, есть ли нормальная еда. Так. Что-то здесь все в пластике. Мы вообще поздно пришли. Так, они что-то убирают здесь. Неужели мы опоздали на завтрак? Не может такого быть. С этим impossible. Вот так бывает, ребята. Приходишь, а ничего уже и нет. Да? Мы охотничались, ой, за едой. Уже просто завтрак заканчивается. Посмотрите, все. Мы вроде отплываем. Наконец-то. Солнце вышло. И наконец-то наша поездка начинается. Все, Триест остается позади. Наконец-то круиз начинается. Я, конечно, распереживался, потому что мне главное в Пирей доехать и в Стамбул. И уже из-за того, что мы на день задержались, отменили Олимп в Греции. Конечно, грустно от этого. Я переживал, чтобы не отменили Пирей. Ну, потому что хочу сыну привезти подарок. Как-то так. Вроде как не отменили. Ну, а в Стамбуле, вы знаете, я хочу купить чемодан.
Надеюсь, куплю. Так, что за смех? Я снимаю для канала, посмотрите. Какая красота! Это вообще законно? Ну, дождь продолжается. Ой, как бы. Но посмотрите. Мы просто в открытом море, а здесь еще туман такой красивый. Да, очень круто. Так, смотрите, это, ну, может быть, многим людям покажется, что я здесь один. Это для того, чтобы доказать, что я здесь девушка. Но хотя, с другой стороны, можно сказать, что я, это мои ногти, я их накрасил. Почему я не показываю девушку? Да потому что девушка против. Я уже слишком стар, вот, для того, чтобы со мной показываться. Все-таки разница в возрасте. Ей 27, мне 45, понимаете, да? Поэтому как-то так уже пришел тот момент, когда меня не выставляют в Инстаграм. Вот. В двух словах, как-то так. Посмотрите, как красиво. Только что девушка меня похлопала по плечу, чтобы я не нес чушь. Но это же реально ржачно. И смешно, забавно. Это очень красиво. И кайфово. Вот прям вообще. Такая громадина и плывет по морю, и ничего вокруг нет, кроме моря. Очень-очень круто. Это можно бесконечно, конечно, смотреть на это. Каждый раз заходишь в комнату, и в окне у тебя такой пейзаж. Это, конечно, очень круто. Я вам показываю ужин. Мне отец написал, ну это же интересно, сними, что дают. Нормально сними. Видимо, завтра я уже сниму. Не хватает времени, потому что у меня была работа. Но вот как-то так понемножку берешь всего, и получается достаточно много. И это надо еще все съесть. Ну, правда, некоторые люди не доедают регулярно. Есть здесь такое. Ну и, видите, не так много и людей. Хотя ужин, наверное, уже, я не знаю, заканчивается. Хотя 7 вечера. Короче, здесь кормят с утра до ночи. Сейчас будет какое-то театральное представление, представляете? Но у нас уже оно началось. Такие именно чернокожие женщины, посмотрите. Женщине где-то, я не знаю, 60-70 лет. А она лысая в платье. Так это как-то нестандартно смотрится. Непривычно. И она не какая-то, ну, это, не знаю, не какое-то шоу. Она не участница шоу. Она просто тоже идет в театр, как и мы. На какое-то представление. Представление через 3 минуты. Так-с. Все блестит. А мы ищем казино. Потому что если мы найдем казино, то мы найдем театр. Где-то это все в одной стороне. Так, чтобы вы понимали, как люди здесь одеваются на такие вот театральные представления, все в платьях, в костюмах, в рубашках. Мы тоже так прикинулись более или менее формально, но все-таки эти
Чуни, Луи Вютон я как-то, ну, не смог на себя натянуть. Некомфортно мне в туфлях. Не знаю, на раз зря их взял сюда. Целое, знаете, событие. Реально, все эти представления здесь. Ну, да, людям заняться особо-то нечем. Целый день кушать. Я вот в зал завтра пойду, потом... Джакузи здесь есть с бассейном, можно поотмокать в джакузи, в горячем бассейне поплавать тоже, как-то так. Ну а потом уже, может, народ так и отдыхает, как я планирую завтра обычно, и потом на театр прям это мечта, в театр пойти и посмотреть какое-то представление. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот такие вот у меня коктейли. Сладкие. Безалкогольные. Очень много в них сахара. Конечно, не знаю. Здесь не щадят людей. Не щадят людей углеводами. Покажу вам еще казино. Оно работает. Сегодня, типа, как сказал мне мой подписчик, гала называется этот вечер. Типа, пятница вечер. Все вот так вот, все разодеты, фотографируются. Казино работает. Подписчик сегодня просто вот так вот на моих глазах выиграл 1000 евро. 200 ставил, 1000 выиграл и вышел. Вот. Но вообще про американцев он, конечно, рассказывает... забавная история. Я это, в принципе, в Канаде увидел. Он говорит, что все эти, ну, американцы, канадцы, все одно и то же. Они гордятся тем, что они вот раз в жизни, да, попали на такой круиз, они распечатают вот эту фотографию. Видите, там сейчас на лестнице делают фотки. Да, специальные фотографы. Вот, говорит, они в раз в жизни куда-то поедут из Америки, да, типа в круиз. Им сделают вот такую фотографию, и потом она в рамке стоит, засранная мухами, и внукам, правнукам показывает, как он был на круизе. Все, вот такие вот авантюристы, американцы и канадцы. Я уже не знаю, кто я тогда, Тур Хейердал, если я путешествую вообще по... всему миру и так много по сравнению с американцами. Тут посмотрите, просто сегодня пятница вечер, движ нереальный. Миллион алых роз играют. На итальянском языке или на каком, непонятно. Все, конечно, такие. Все в формальной одежде. Все фотографируются на этой лестнице. Я уже сфотографировался, но меня вот девушка сфотографировала снизу. И слегка еще так, знаете, свет сверху светит. Мешки под глазами, третий подбородок. Ну как третий, второй. Конечно, фотографии получаются не очень. У меня вообще все вот общения с противоположным полом раньше было. Все любили просто безумно фоткаться. Я их фоткал, у меня миллиард фотографий. Ну, есть такие люди, которые не любят фотографию. И при всем при этом любят не котов, а собак. Вот это вот самое-самое страшное, что в принципе могло произойти. Собачница, а не кошатница. Thank you very much. Здесь можно просто коктейлями упиться. Девочка пьет, отдыхает. А что ты возмущаешься? Тебя не видят, так что все нормально. Можно про тебя говорить любые небылицы. У тебя вообще три ноги, четыре руки. Вот. Как-то так, видите, это выглядит. У нас вот есть этот пакет напитков. И можно заказывать и Бейлис, и Апероли. Короче, там много действительно всяких напитков. И водку. Я предлагаю водяру, но почему-то не соглашаются. Это все гламурные напитки. А я пью пепси. Чаек. Только чаек.
Как-то так, видите. Вроде как пакет есть, а любой бы нормальный человек бы кайфанул от этого, пил бы. А я пью Пепси. Как-то так. Смотрите, у нас там Адриано Челентано местный. Поет песни. Пары танцуют. Мы уже даже привыкли к тому, что здесь все возрастные люди, скажем так. А что-то в этом даже как-то и есть. Так, где БМВ? Кабриолет. Вон она там стоит, черная. Помните, которую я вам показывал и говорил? Вот, скоро ко мне должна приехать машина. В Одессе ее купили. Машина БМВ кабриолет черный до сих пор здесь стоит. На этой улице. Канал украшен колоннами, а юными девушками известны как коры или же кариатиды. Они есть. Но это копии. Где подлинные? 5 в новом музее Акрополя. Мы его обошли. Вы помните музей? Ашта Британского музея. Ну вот так вот мы отплываем. Вместе с клопами. Мы плывем дальше. Посмотрите, какая красота. Помните, я вам рассказывал про Эрмес? То, что вот есть копии обычные, а есть копии прям такие же, как оригинал. Ну, здесь уже, видите, прям тупо, почти как оригинал, все продается. Здесь даже есть сумки, которые не продаются в Эрмес для всех вот таких вот обычных смертных. Вот такие труселя, Palm Angels нет, но есть другие. Просто шикарного качества, 150 лир, это 4,5 евро. 19.16, а мы еще не ели.